прохладная не по-августовски погода не охлаждала накал страстей на стадионе. В Уссурийске идет кубок главы округа по мини-футболу. В этот раз на поле сошлись спортсмены возрастной категории от 16 до 40 лет. Изначально команд было 15. С приближением к финалу определились лучшие. В эту финальную тройку попала команда, которую мы все в городе знаем, команда «Олерзе». Сейчас их соперники, реальная самодеятельная команда «Байер» с таким экзотическим названием. Но в основном это воспитанники футбольного клуба «Локомотив». Рассчитываем на победу. Как бы игры были тяжелые. Моментами было проигрывали, но все равно вырывали победы. Ну и только победа. Легкой прогулки у опытных железнодорожников не получилось. Молодые соперники проявили упорство в обороне. Не раз атаки команды у ЛРЗ заканчивались ничем, но их постоянство на протяжении игры все же обеспечило успешный результат. Мы решили с ребятами, что не будем думать, что они сильнее. Просто выйдем, покажем, на что мы способны. Какой бы ни был счет, мы уже сплотились командой. Игра завершилась со счетом 3-1 в пользу ОЛРЗ. Футболистам Байера достался ценный опыт, а победителям – финальный матч со сборной ветеранов спорта округа, который пройдет в Уссурийске уже в эту среду. Виктория Калинина, Евгений Михайлов, Игорь Антонов. Телемикс.